Минимум современного и максимум традиций – вот основное условие студенческого фестиваля «Молодой континент». Израиль, Корея, Великобритания, Новая Зеландия и Россия – это далеко не весь список стран, представивших свою культуру. Цель праздника – познакомить студентов из разных стран с их многообразием. Такие конкурсы действительно проводятся в каждом округе, но я знаю, что в нашем университете проводится один из лучших смотров фестивалей творчества студентов именно в межнациональном отношении. Здесь зажигательные кавказские танцы, казацкий пляс, русские народные песни и показ костюмов. Все лучшее из своей культуры эти ребята представляют сверстникам других национальностей. На нас традиционные костюмы, рубахи длинные, фартуки, кокошники, накосники. А пояса, рубахи мужские. Которые, между прочим, были шиты нашими же студентами факультета ФПИ прикладного искусства. Они были восстановлены именно из древних образцов. Воинственный танец хака родом из Новой Зеландии. Мы выбрали танец хака, потому что это самый традиционный, самый известный танец из Новой Зеландии, который многие знают. А вот и объединяющий момент праздника. Англичане поют русскую песню «Катюша». Фестиваль проводится в Московском университете имени Косыгина уже несколько лет и уже стал традиционным. В этом году он приурочен ко Дню студента. NTD, Москва, Россия.